Всем привет! С вами снова Саша и Коршуняши. И в первую очередь мы хотели бы извиниться за то, что немножко со всеми этими мероприятиями немножко забегались и розыгрыш, поэтому устраиваем по калининградскому времени, а не по московскому. Вот. Итак, разыгрывался у нас на этот раз светящийся шар пазл. Вот этот вот. Так, ну давайте все традиционно. Копируем адрес ссылки. Открываем Random App, выбираем поделившихся с друзьями и смотрим, что там у нас получается, сколько там человек. 83 участника. Итак, выбираем победителя. Победитель Марина Кузнецова. Так, сейчас посмотрим. Открываем страницу Марины Кузнецовой, Санкт-Петербург. Так, вот, запись есть. Давайте посмотрим, состоит ли она в группе. Так, сейчас. Так. Кузнецова. Так, Марина Кузнецова. Марина Кузнецова. Марина Кузнецова. Где ты? Марина Кузнецова. Да, вот она есть, вот эта запись. Итак, Марина, мы вас поздравляем. Надеемся, вам понравится этот шарик. И где-то завтра после полудня можете забирать его в пассаже. Вот. Ну, а всем остальным готов пожелать успеха. И надеюсь, что в следующий раз кто-то вы выиграете. В общем, вот. И всех с наступающим Новым годом.